привет! Сегодня продолжаем рубрику «Разрушаем мифы о диетах». Говорим о диете 6 лепестков. Диета 6 лепестков рассчитана на 6 суток. Суть в том, что нужно употреблять каждый день разные продукты. В течение суток питание должно быть однообразным. Автор этой диеты закладывает сюда эффект монодиет, когда в течение определенного времени употребляют продукты только одного вида. Однако подобные ограничения в приеме пищи отрицательно сказываются на работе внутренних органов, а организм, почувствовав недостаток калорий, начинает активно запасаться энергией на черный день. Так уж мы устроены. Но такой механизм самозащиты включается лишь на второй день. И в этой диете пытаются обмануть организм, сменив просто другие продукты. Но на самом деле вы же будете продолжать ту же монодиету, просто на другом продукте, и суть ее не изменится. И даже если учесть, что шестилепестковая диета последовательная, однодневная монодиета, вам все равно не удастся обмануть организм. Поскольку энергии для нормальной жизнедеятельности недостаточно, организм задействует жировое депо, но не в таком количестве, как бы хотелось. Почему обычные монодиеты не работают или позволяют добиться результатов снижения килограмм, после чего вес быстро возвращается? Да потому что вы создадите не микростресс для организма, как должно быть для длительного снижения веса, а вы бьете по обмену веществ со всей силой и вводите организм в неконтролируемый стресс. И, конечно, через несколько дней он выйдет из-под вашего контроля. И физиологические процессы возьмут верх над здравым разумом. И все это приведет к срыву. В диету 6 лепестков заложена суть раздельного питания. Но раздельное питание не раз уже исследовалось. И исследования не доказали эффективность такой системы. По дням чередование продуктов происходит таким образом. Рыбное блюдо, овощи, блюдо из курицы, злаковый день, молочное или творожное меню, шестой день будет фруктовый. У такого питания множество противопоказаний. Заболевания ЖКТ, болезни почек, печени, поджелудочной железы и желчного пузыря, сахарный диабет, анемия, авитаминозы, гиповитаминозы, острые инфекционные заболевания, меньше 2 недель после перенесенных ОРВИ и гриппа, беременность, лактация. И я бы сюда добавила еще людей, имеющих большой вес, и людей с расстройствами пищевого поведения. И не забывайте, что ни одна диета не меняет ваших привычек в питании, а значит, не решает корень проблемы набранного веса. А именно с этого и надо начинать. На моем курсе «Ешь, учись, худей» мы прежде всего работаем с привычками и пищевым поведением, а также с осознанным подходом к решению этой проблемы. Потому уже более 7 тысяч человек имеют прекрасные результаты, а я имею счастье читать ежедневно слова благодарности от моих выпускников. У меня на сегодня все. Встретимся в ближайшем эфире. И чтобы его не пропустить, обязательно подпишитесь на мой канал. Всем здоровья, пока-пока!